Посевная в полном разгаре, но работы еще много. Тем не менее, глава администрации районов планирует завершить весенние полевые работы до 15 мая. Как обстоят дела на местах, доложили Михаилу Игнатьеву в ходе видеоконференции. На сегодняшний день на посевную вышли все районы республики. И сделали это раньше на 5 дней по сравнению с прошлым годом, 18 апреля. Всего 577 тысяч гектаров земли предстоит обработать в Чувашии. Увеличили посевные площади горчицы, однолетних и многолетних трав. В каждом районе весенне-полевые работы идут своими темпами. Полностью обеспечены семенами, и кондиционно семян она выше, чем в прошлом году. Практически 90% кондиционных семян составляет на сегодняшний день. Также и удобрениями обеспеченность она выше 51%. Проводится культивация зяби, проведена в общей сложности на площади 112 тысяч гектаров. И по состоянию на 6 мая посеяно 97,5 тысяч гектаров или 47,1% к запланированному объему. Это, в принципе, в 3 раза больше, чем к уровню прошлого года. Ну, конечно, на это сказывается, во-первых, то, что на 5 дней раньше вышли, во-вторых, погодные условия более благоприятные в этом году были. Более 50% посеяно это в 8 муниципальных районах, и в трех районах республики посеяно более 70%. Это такие, как Батырский, Комсомольский и Ельцинский район. Но, конечно, здесь это все-таки сказывается то, что южные районы более раньше выходят на сев. Но в то же время у нас даже вот южные районы, считаем, это Алатырский район, у нас практически очень низкий процент сева, это 20,3% только. Глава республики рекомендовал в 2 раза повысить темп посевной в Алатыре. В числе отстающих также Шумерлинский, Чебоксарский и Красноармейский районы. А в Канашском районе хозяйство Жукова до сих пор не вышло на посевную. В Аликово дела обстоят лучше. 3000 гектаров посеяно. Колос и фермерское хозяйство Никифорова полностью завершили посевную. После 9 мая хотят выйти на посадку картофеля. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Евгений Анисимов. Республика.